большой, чувак. Экран? А, йоу, спасибо, что сказали. Вкусно. Я думал, приятлышки, здорово, левел 2008. Спасибо, что сказали, я думал, что включил. Нам ничего интересного, он в меню сидел, вот начал только играть. Нам ничего интересного не было. Рейндж, такой не надо, как все удалится. Вау, this game looks phenomenal, dude. О, найс шопа. Найс шопа. Ничего. Здравствуйте, женщина, как дела? Здравствуйте. Ай! Ай, я твой... Блин, американец играет. Теперь Реста, Яри, не бойся. Видно друг друга через... Устройся. Нет, так-то вы в курсе то, что русский язык намного сложнее английского. То есть англичанину выучить русский намного сложнее, чем русскому выучить английский. Потому что у нас есть падежи, в английском нет падежей. В английском, как бы ты ни употребил слово, оно всегда будет одинаково. У нас на столе, под столом, возле стола. А на английском всегда будет table. Типа все. Какое бы предложение ни было, будет table. Поэтому русский намного сложнее, чем английский. Я раньше думал, что русский это один из самых легких языков, но ну, осмыслив и уже выучив нормально так английский, я понимаю, что английский довольно-таки легкий язык. Найс. Ой, адресный дом. Это робот мистер Толстый. Это мистер Толстый. Посмотри себе, мистер Толстый на месте. Это смешно. Я осуждаю. Это шутка. Ту-ру-ту-ру-ту. Бойзер говорит, что шарит за треки, на самом деле... Это песня от «Бриллиантовая рука». Друзья, если он... Я, если честно, не знаю, откуда эта песня, но если он угадал, чел прям хорош. Я знаю эту песню. А, он знает? Рэш, это запрещка, алё. О, ну погоди! Я знаю! Нифига у него зубов нет. О, кничева, ёпта. Кничева, ёпта. Breakthroughs abound. Нихуя себе! Так страшно! О, братишкин сабс. Советский братишкин... Где братишкин сабс? Эй! Привет, женщины. Где братишкин сабс? Братишкин сабс, что мы несем? Розовия рози! Ту-ту-ту! Эй! Эй! Эй, старик, не спать! За работу! Это пятница, не суббота, давай! Ой, блядь, осторожно, ёпта! Ой! Окей, не так злая. Окей. Ничего не понимаю, но очень интересно. Он играет на английском и не понимает, о чем говорят, хотя он англичанин. Гений. Language по-английски, but audios по-русски. Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Ну, это Рэнч, идеально! Ну, что ты делаешь? Английский сабс? Русский голос? Я учусь этот язык здесь? Ты учись английский? Все заебумба, понимаешь? Заебись! Кстати, он реально гений. Он учит русский, и он играет с русской озвучкой. А те, кто смотрит его, а его смотрят преимущественно русские, потому что всем русским интересна реакция американца на что-то русское. Они учат английский, потому что он играет с английскими субтитрами. Боже, он гений. Я не понимаю, что-нибудь я буду спрашивать. Что за хуйня? О, коничева, мистер Толстый. Что ты делаешь? Это пятница, за работа! Нет, он загорает. Слышь. Завтра... It's the weekend. Сегодня это пятница. Не понимаю, ничего нет здесь работать или что? О, для меня? Для меня? Он что, сесть хочет, что ли? Лаги, лаги. Где лаги? У меня битрейт нормальный, у меня нет лагов. А что, хорошая мысль. Это у тебя, чтобы смотреть. Ну, конечно, можешь это очень хорошо. У меня битрейт зеленый. Что ты делаешь? Убирай. Эй, майнес уши. Сделай сигну за 5к, да, 5 габалов сделал. Нихуя себе, that's huge. А, ты имеешь в виду... Не. Жестко. Да нафиг я пою, у меня же это задержка микрофона есть, нафига я пою? Вы же слышите, это вообще не так. То есть я пою прямо вместе с текстом, а вы слышите то, что текст вперед, я назад. Я на Jesus Stream. Чува! А кем вы работаете? Не почти ровно было. Я IT-суппорт, чувак. Да, у нас задержка есть. Да-да-да! Роботы! Каждый стрим максимум 1к. Нет, можно бесконечно фармить. Егор, кстати, а сколько у тебя реально баллов уже? Вот сколько ты на стримах сидишь? Сколько у тебя баллов? Какая сода? Which soda is this? Это квас? Oh, it's like Sprite. Oh, нет, это не как добрый Sprite. Лимон. Нет, квас это другой немножко, это хлеб. Давай. Можешь передвинуть свою вебку, чтобы его не закрывать? А что вы раньше не сказали? Я, да, конечно, могу.
8 кабалов. Ну вот, уже почти 15. Алло! Алло, типа, это если я. 5 кабалов, да, то очень часто будут сигну заказывать. Бен! Это Данила! Это просто порох убавил, чтобы хотя бы что-то было. Я у себя 144 поставил, все равновесно. Нифига. Нет, это сливочное. Это там, где сливки делают? Это где? Как ты сливаешь? Вот хамло. Алло! Давай, 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 еще раз. Не, еще раз нельзя. Или можно? Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? Ты куда звонишь? Че ты кричишь? По какому телефону звонишь? Легендарный. Товарищи! Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Спасибо за подписку, Криспер Трон. Нихуя себе, это страшно. Да, окей. Хороший день. Хороший день. Пока. Ну вот видите, на английском good morning всегда будет good morning, несмотря от смысла. А на русском хорошего дня, не хороший день, а хорошего дня. Поэтому американцу намного сложнее выучить русский и сказать хорошего дня, потому что он на своем языке говорит хороший день. Понимаете, насколько русский сложный язык? То есть мы с вами обладаем очень сложным языком, можем спокойно о нем разговаривать. Снова мозгов не хватило открепить джекбокс. Так этот, кактус, открепи в закрепе джекбокс. Пиздец! Is this Fallout Soviet Union? Да. Вау, посмотри, это чел. Так морнинг — это утро, нет? Ну, у нас говорят добрый день и доброе утро, а в Америке, ну, в Англии, в США, это, ну, good morning. Не говорят good day, нет такого good day, есть good morning. Если днем, то просто hello или... Кстати, я вот смотрю сериалы на английском, и чаще всего персонажи вообще не говорят hi, hello. Они, если с кем-то здороваются, они говорят hey. То есть hey на английском — это привет. Не как вас в школе учат hi, hello, а hey. Просто hey, 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 la, la, la. То есть, ну, понимаете, какие америкосы там крутые. Товарищи, настанет день, когда человек создаст... Смешной такой. То есть мы хей говорит, что просто кого-то позвать, а они именно здороваются так. Марсе, Венере и других планетах нашей Солнечной системы. В школе нас учат хай. Мне нужно сказать, русский голос лучше, чем английский голос на этой игре. Ну да, ну типа во всех играх оригинальная озвучка лучше, чем дубляж, типа всегда так. Ну нет, не всегда, конечно, но в большинстве своем. Где находится этот город? Это фейк или... Американская озвучка тоже хорошо очень сделана в Atomic Heart. Это Москва или английская, что? Точнее. Привет, красавчик. Передаю привет своим друзьям. Он донаты в рублях принимает и у него озвучивает, братишки. Я его фанат. Мне даже интересно на его стримах посидеть, посмотреть, что он делает. Чел гений. Диману и Диме. О, Димон! И Дима, спасибо. Откуда он все эти мемы знает? Привет. Билл Братишкин голос, да? Голос братишка. О, успокойся, не так быстро, старик! Блин, я фанат этого чела. Я пьяный. Как пьяно. Коллектив один. Это коллектив. Все людей. Бесплатный саб на Twitch. Не проходите мимо, товарищи! Кстати, да. Он вот подметил, я тоже понял. Коллектив на русском — это же просто слово из английского языка. То есть коллектив, на английском это коллектив, это коллекция, что-то сборочное, а коллектив на русском — это, ну, это коллектив, это много людей, как компания, только коллектив. То есть реально, коллектив — это же английское слово, прикол. Да, это я, посмотри! Да, посмотри, это Дизи! По полям, синий трактор! Кстати, да, он же популярен стал по этим нарезкам, потому что по полям, там песенки пел детские, русские. Да-да, я вспомнил, откуда я его знаю. Настанет день... Извини, до свидания. Извини. Добрый день, товарищ майор! С праздником! Товарищ майор! Это я! Гном рождения коллектива! О, look at this, Mr. Toasty is running. Ебать, дети, беги! Я бегу. Здравствуйте, дорогие Иди. Товарищи. У него там, он же, вы видите, он поворачивается и мемы включает. У него там в заготовках куча русских мемов. Боже, чел легенда. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие... Он точно американец? Мне кажется, он просто русский специально с таким акцентом разговаривает. То он за все шарит. Dude, the atmosphere is fucking crazy in this. This is total BioShock infinite, bro. Дай ему мут. I love the atmosphere. Осуждаю. Я раньше тебе говорю, что это запрет, ты продолжаешь это писать. Бум-бум. Конничива, ёпта.
Готов? Окей, уходи, пожалуйста, я хочу смотреть. Эй! Ой, дайте, я пожалуйста, какая... я хочу мне смотреть. Мне очень нравится, но... Уходи! Я хочу смотреть! Я хочу смотреть. Нельзя! Почему нельзя? Ты нельзя. Знаешь, кто я? Папа Лям, синий трек, дидик ням! ЛП, я спел ЛП на ТикТок! Эй! Суки ебаные, блядь. Это норм. Почему так смешно, когда американец матерится по-русски? Да? Моя аудитория сказала, это Норильск. Это неплохо. Я думал, Норильск это много снега. Так я не думаю, что он в России живет. Мне кажется, он не в России живет. Технологии, мне очень нравится. Он общается с русскими, да, но не живет. Новый Норильск. Ого, доллар скинул. Да нет, 10 рублей это 3 доллара. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Нифига, правильно. Давай. Другое дело. А вот миллион вопросов. А, нет, знает, все-таки хотел докопаться. Никак. Он делает вид, что знает. Осторожно, ёпта! Нихуя себя! Это мой конь! Наверное, потому моя мужчина, осторожно! Алкаш! Ёбаный роботик! Уважаю, конечно. Пиздец, нахуй, блядь! Я здесь, ёпта! Пиздец! Алкаш на улице! Ёбаный роботик! Привет! Женщина, меня зовут Дизи. Я спел синий... Эй! Женщина, я спел синий трактор! Я спел... Сука! Никто не здесь знает, Дизи. Я не понимаю. Кто курит здесь? Я знаю. Эй! Жен... Возведенный по карту партии. Я Дизи! Ар-4-лоу? Ар-4, hello kids, это новый Кадиллак. Дула-динги. Вот так. Hello kids, это новый Кадиллак, делай деньги, блять, вот так. Я просто соединил три песни. А мне нужно стать... Ебать, Дизи, беги! Пиздец, я сказал, роботы ебали! Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас... Нет, не нужно! Не нужно помощь! Да не, ну добрая. Пока! Извини, очень плохо. Бам. А он чисто пролог, это все? А не еще что будет прикольно? Atomic Minecraft. Я прочекал, он вроде в коньяк. Внимание! Говорит, ну... Скоро будет пиздец на улице. Беги быстро! Внимание! Беги быстро сейчас! Егор Крид? Да. Да, кстати, реально, Егор Крид. А где огурец? Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Окей, давай. Видишь, я хочу. Объект должен быть найден, взят жив. Все хорошо, товарищ? Да, отлично. Очень жал. Это да, чел смотрел Путишкин стрим сегодня. Путишкин. Очень жаль, это чел смотрел Братишкин стрим сегодня. Привет, Одиссей Барон. Оп. Нечего было Братишкина смотреть. Пока. Ты горишь, как огонь. У меня огонь. Это пиздец или это... О, курица! KFC будет. Ой. Ай! Что за хуйня? KFC бегущая. Сучка! Ты зависим от Егора Крида. KFC страшно. О, привет! Нет, не надо, нет, не надо. Нет. Очень приятно. Грегори Лепс, это ты! Что? Очень приятно. Грегори Лепс, это ты! В чем тут Лепс, ладно? Ай, пиздец, ну! Эй, сука! Не попал. Пошёл нахуй отсюда! Попал. What the fuck? Это резко в ТикТоке нравится. Попробовал посмотреть стримы. Ну, не знаю. Может быть, когда-нибудь начну его смотреть. Пока что не кайф. Но нарезки в ТикТоке нравятся какие-то короткие с его историями. А так сам стрим целый посмотреть... Мог бы, но времени пока нет, ну чисто на такие стримы. Сам постримить могу, а посмотреть этот стрим нет времени. С чего начать поиск?
коровы. Ты готов находиться на территории подземного комплекса Вайдон? Ой, блин! Пошел нахер, сука! Сука! Так, мы на реакцию на него сидим. Кучи говно, ёпта! О, бабушка, спасибо! Чуть не нахлебался там. О, бабушка, спасибо за помощь! Не ожидал просто. О, я какая! Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо. Я Зина. Баба Зина. Спасибо большое, 10 рублей. Знать не обязательно. Заю, бумба Зина! У тебя есть что-нибудь? 30 секунд и чего? Полного пиздеца, блять, сынуля! Да полного пиздеца! Но манитен для меня! Мать, да ты при арсенале, блядь! Ты чё задумал? Well, what the fuck, lady? Получите! Макарочка, вот тебе тоже сапетик, Макарочка, вот тебе тоже сапетик. Чел за всё шарит просто. Я думал, его смотрят тупо, потому что он американец, разговаривает на русском. Но я вот сейчас посмотрел вот этот видос, ну, почти посмотрел. Но я понимаю, почему его смотрят. Почему у него 300к подписчиков на Ютубе, почему у него на Твиче, я так понимаю, нормальный онлайн. Мне реально цепляет чем-то. Вот вляпался, блядь. Там далеко-далеко есть земля. Там Новый год. О, еще и этот дальнобойщика в конце ставил. Хорош.